Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. И я решил поиграть сегодня в последний день на земле. Давненько я в эту игру не играл, так что давайте посмотрим. О, да я еще тут и голожопый, причем. Ладно, давайте глянем, что у нас тут есть. Не понял юмора. Пропуск в бункер Альфа. Фотография сильно стерлась, но можно разобрать нацарапанные внизу цифры. 16517. Так, 16517. Надо запомнить, ребята. Так, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Я еще сейчас, кстати, запишу. На всякий случай. 16517 там был, да, по-моему? Так, где у меня тут ручка? Надо черкануть. Так, 16517. Все, отлично. Так, это мы забираем. Все нам пригодится. Так, потом с вами сбегаем, наверное, в бункер, в этот Альфа. Я так понимаю, что это код от портала. Ну, иди сюда, родной ты мой. Ути. И ты сюда иди. Опачки. Пардончик, как говорится. Оу-оу-оу. Бегун здесь. Ой, у меня оружие сломалось. Вот это вот плохо уже. Так, а что у меня вообще, есть что-нибудь? Ух ты, у меня клюшка для гольфа тут присутствует. Так, 10 консервов. В принципе, нормально, справимся, я думаю. Так, давайте здесь глянем, что тут у нас такое. Что у нас в этом ящике будет лежать? Надеюсь, что-нибудь хорошенькое. Ну что же, водичка, консервы, в принципе, нормально, все. Честно говоря, я не помню, зачем я сюда отправлялся. Я даже боюсь сейчас возвращаться к себе домой. Я представляю, как там все у меня разрушено уже. Давненько не был, просто иди сюда. Получи по сусалам. Так, и забираем руду. Замечательно. Тут ее, кстати, очень много, так что можно немножко поддобывать. Так, замечательно. Давайте здесь еще соберем. Я не знаю, мы пойдем в бункер вот так же голожопый, или все-таки нам сбегать домой и приодеться хоть немножечко. Что тут у нас, олененок? Давайте-ка мы его сейчас по тихой грусти и бомбанем. Вот так вот. Да что ты, я хотел вот это взять. Слушайте, у меня уже инвентарь, в принципе. О, еще один. Еще один ящик. Так, тихо, волчара, отойди отсюда. Новый уровень, ребята, я получаю. Это 33-й. Довольно неплохо. Так, и ящик мы будем сейчас вскрывать. Известняка-то тут сколько? О, тихо, 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 иди-ка сюда. Не припухли ты на меня нападать, а? Клет. Что тут у тебя можно взять хорошего? Да ничего, в принципе, да? Посмотрите. Известняк. Можно, в принципе, взять топор. Вместо чего? Вместо бутылки воды. Вот так вот. И давайте-ка я все-таки вскрою этот ящик и гляну, что у меня там достанется. Так, болты, консервы. Кстати, болты нам нужны. И подкрепимся маленечко. Бегуны эти достали уже. Не успел начать играть, как они тут. Зачем ты известняк поднял, а? Я хотел, чтобы ты зомбаря проверил. Ну, в принципе, тут, ребята, и все. Делать больше нам нечего. Давайте с вами отсюда выбегать. И побежим, наверное, сразу же прямиком до бункера. Так, а где у нас бункер? Далеко от нас находится? Где он тут? Черт подери, где он находится? Сколько мне до туда, если бежать? 44 энергии. Давайте пробежимся. Все равно у меня соточка, даже хватит нам потом еще вернуться до дома. Хотя мне надо было дуралею-то не так... Ай, все, сейчас уже не отменить. Надо было мне вначале забежать домой, выложить все, а потом уже бежать в этот бункер. Ну, тупанул, тупанул, тут ничего не скажешь. Ладно, зато посмотрим, что у нас тут в этом бункере будет. Давайте входим. Так, по-моему, пропуск не нужен, да? Двери там уже открыты у нас. Ну, если я, конечно, не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим. Да, тут... Черт подери, шуганулся уже.
Так, вот сюда, наверное, стопудово, я больше чем уверен, нужен этот пароль. Так, как он там назывался-то? 517. Принять. Точно, ребята? Ого! Это что такое? Ёлки-палки, я боюсь вниз туда спускаться. Да черт с ним. Пошли. А, тут еще этажи. Слушайте, может быть, надо было нулевое? Нет, хотя на нулевом, наверное, я сейчас в данный момент стоял. Слушайте, я пошел туда голожопой с какой-то клюшкой для гольфа, но мне эта затея не очень нравится. Я хоть отсюда выйти-то смогу? Наверное, должен, да? Так, и я пока здесь ничего такого не вижу. А ну-ка, откроют. Открываются. И я попадаю в какую-то жесть. Что? Что тут такое? Руки какие-то со стен лезут. Вы посмотрите. Что за кошмар? Зомби 40? Это что? Да ладно, ну-ка. Хотя можно их с ними. Да ну нафиг. Подкрепимся. Эти руки тут мешаются, а. Блин. Засада. Давайте-ка вот здесь вот. Да ладно вам, блин. Жесть какая-то. Вот это я попал, ребят. Называется. По-черному. Ладно, зато я буду знать, где лежит трупарь. Конечно же, в бункере. Так, ну что же, прежде чем туда идти, нам нужно с вами подготовиться. Так, что у нас тут? Радио. Смотрю, что-то хочет мне. Они прорвали оборону. Последняя надежда. Бункер, альфа, пароль. Вот, оказывается, где еще был пароль у нас. И инвентарь-то у меня вообще пустой. Даже рюкзака нет, ребята. Попадос. Надо делать рюкзак в первую очередь. Что тут такое? Набор охотника на зомби. Большой оружейный набор. Да понятно, тут донат все-таки, да? Ящик с запчастями. Для кузовных работ. Тут что-то новенькое, смотрите. На почте у меня, как всегда, фасоль и вода. Ладно, будем делать вначале рюкзак себе. И с чего он там делается, я уже забыл, если честно, где он. Так, нужно две веревки и два растительных волокна. Смотрим. Так, растительное волокно и веревка. Делаем, естественно, себе рюкзак. Да что ж такое-то? Позабыл, ребята. Позабыл все, как здесь надо делать. Сейчас мы это все быстренько вспомним. Ну что же, у меня рюкзачок уже есть. Теперь давайте глянем, что у меня есть из оружия. Фомка, знак. Кстати, да, я там столько воды профукал. Ёлки-палки. Так, ну это можно отсюда все выложить. Мне пока это не пригодится. Здесь у нас тоже пока ничего нету. Смотрим в первую очередь оружие. Так, ну молоток возьмем. Пригодится, мало ли там чего. Что у нас в этих ящиках? Мясо. Мясо тоже нужно, потому что будем кушать. У меня еще один молоток. Давайте вот так, наверное, сделаем. И надо себе, наверное, хоть какую-то элементарную шмотку соорудить. Так, что у нас тут есть? Это уже тут все сгнило. Давай сюда. Выбросим. Да, конечно, удалить. Так, и в этом ящике что у нас? Это что у нас? Чарли. Бункер Чарли, ясно. Так, подождите, надо мне еще вот эти вот дыры залатать. Так, иди сюда, бревно. Будем сейчас дыры залатывать, которые у меня зомбари прогрызли. Так, давайте-ка вот сюда его вот так сделаем. Так, отлично. Все. По-моему, больше ничего здесь нету. Никаких дыр. Ну да, в принципе, все нормально.
Так, что у нас в печке? В печке 4 стали. Ладно, давайте глянем, что я вообще могу сделать себе из одежды, ну или из оружия. Так, тесак, в принципе, бы пригодился бы мне, да? Смотрите, нужно 5 кожи и сталь, ну и дерево. Так, давайте-ка мы здесь возьмем. Погоди, ты что ты делаешь? О, 15 кожи, это хорошо. Семена у меня тут не растут. А с водой как дела обстоят? 4 бутылки воды. Ну, хотя бы уже есть водичка. Я надеюсь, там лут-то мой не исчезнет. Так, нужно нам взять еще так, древесину. Точнее, эти. Оу, еще вот так вот. Нужно взять поленья. Доски, точнее. Где они у меня находятся? Так, забываю все время. Так, вот, 5. И что же, делаем топор. Блин, стали не хватает. Чтоб тебя, а? Сталь-то у меня, надеюсь, есть? Или нету? Вижу только руду. Здесь не то. Есть сталь, все отлично. Значит, мы себе сейчас сделаем тесак. Создаем. Все. Что у нас можно по одежде? Ух ты, самопал. Такого раньше не было. 34 уровень мне нужен, кстати. Вот этого раньше не было, ребята. Растяжки. Ух ты, да тут, тут обнова, елки-палки, была. Да походу еще какая. Ничего себе тут дали. Зашибись. Так, ладно. Тогда нам нужно ткань. Это у нас только лишь на ботинке. Ладно, давайте возьмем ткань. Где-то здесь она должна быть у нас. Так, возьмем вот это. Ткань. Подожди, это не ткань у нас. Вот, ткань всего 4 штуки. Ёлки-палки. А ну-ка, на верстаке у меня что-нибудь есть? Гвозди. А здесь? Ну-ка, давай-ка. Зачем я вот это сейчас сделал? Или все-таки не успел? Пускай делается, да? 2 минутки, я думаю, мы подождем с вами, ничего страшного не случится. Не хватает ни одной ткани, и еще веревки нужны. Вот эти. Так, бревна можно выкладывать, они нам уже не понадобятся. Кусок мяса я заберу. Кстати, вот этот знак тоже выложу. И, наверное, погоди-ка. У нас в этот, в мотоцикл. А, все, здесь полностью забито. Значит, металлическую стружку можно, в принципе, впускать в переплавку. Хотя, может быть, она нам пригодится еще. Мы сейчас с вами все это хорошенько просмотрим. Значит, здесь нам, у нас все хватает. Наверное, я сделаю себе куртку, создам. И могу, нет, не могу, не хватает железа. Кстати, для гвоздей что нужно у нас, чтобы гвозди делать? Да это не то, это ткань. Гвозди нам понадобится, наверное. Да, нам понадобится сталь. Значит, выбора нету. Будем с вами добывать еще сталь. Черт, надо мне все эти ящики поставить. Как-то будет вместе. Надоело уже, честно говоря, тут бегать между ними. Путаюсь. Так, изолента есть, это хорошо. И все, что ли? Больше ничего нету? Мне что-то показалось, что у меня где-то должна быть руда. Где-то была. Но, видимо, я ошибся. Так, здесь блоки надо выложить. Здесь у нас так, деревяшку-то тоже выложу. А вот это вот мы все запустим сейчас в переплавку. Кстати, вода, вода. Воду возьмем. Лишнее выложим. И что он... Да куда ты лезешь-то все время? Так, вот еще у нас тут стружка. И веревка. Так, и здесь тоже веревка. И тряпки эти. Тряпки перерабатываются в ткань. Так ведь? Значит, нам нужно это взять. Где у нас швейный станок? И вот сюда мы добавим.
Так, забираем тряпку. И создаем себе куртяжку. Ну, а что делать, ребят? Хотя бы в куртке буду. Ага, три ткани нужно. Нехватка, причем катастрофическая. Еще тут тряпицы завалялись. Что же я могу предложить сейчас в данный момент? Это, наверное, все-таки не в бункер бежать, потому что я что-то чувствую, меня там они расколбасят. Но зато мы можем с вами сбегать за тряпками, за веревками. Блин, сколько у меня этих известняка? Для чего я его столько набирал? Так, подожди, бревна надо забрать. И вот сюда вот в печку их положить. Пускай плавится у нас сталь. Ну что, буду вот как-то так бегать, а что делать-то? Надеваем. В карман мы с вами положим, наверное, мясо вяленое, пускай лежит. Ну что же, у меня тесак, молоток, три еды. Ну, еды у меня хватает, в принципе, все. Можно с вами сейчас бегать. А здесь-то что такое? А, торгаш. Выживший, мне кажется, тебе необходима помощь. У меня есть кое-что для тебя. Спасибо тебе большое, блин. Но мне это не нужно. Да, если бы я, конечно, туда с голой жопой бы не ломанулся в бункер, возможно, все бы было по-другому. Так, сколько у меня энергии? 58. А это-то что такое? Гуманитарный груз. Конечно, давай пробежимся и наберем все, что найдем. Главное, чтобы не было этих ботов, которые любят атаковать, из-под тишка причем. Многие зомби медлительные, это мы знаем. Так, кто это у нас? Это олень. Олень нам пригодится. Кстати, я что, себе оружие не поставил в руку? Молодец. Давай вот так вот. На-ка. Получил. Шкура нам тоже пригодится. И, кстати, вот эти вот растительное волокно. Нам, короче, сейчас нужно абсолютно все, потому что вы видели, у меня ничего нету. Ну давай, гуманитарка, не подведи меня. Сходил, блин, в бункер, а? Черт подери, так обидно. Ого! Ого, ребятушки, вот это зашибись, вот это бонус. Ствол подогнали. Ну, теперь-то можно, в принципе, и в бункер идти. Но проблема в том, что я не успею до него дойти. У меня не хватит элементарной энергии до туда добежать. Что, все, больше ничего нету? Иди сюда. Оу, щит. Да ладно вам. Так, зомбарь, получи. Да что ж такой тесак-то слабый? Так, ну-ка иди сюда, жирный. Буду с тобой разбираться. Твои прыжки тебе не помогут, уродец ты мелкий. Все равно я успею отхилиться. Готов, огурец. Так, что там у тебя? Обосрался еще. Так, забираем. Здесь тоже забираем все эти тряпки. Так, деревяшку возьмем, мало ли там что пригодится. По ходу дела я здесь и оставлю свой этот тесак. Давайте, может быть, молоток поставим, что ли, пока на первое. Ты посмотри, что творит. Кто кого? Походу дела он меня, да? Или я его все-таки? Я его, у меня скорость быстрее. Щенок. Опачки, ребята, а вот это уже хорошо. Я бы даже сказал, шикарно. Так, забираем все. Так, я не знаю, что нам тут. А что это такое вообще? Бензобак вездехода. Вот так вот оно бывает. Блин, что мне тут еще понадобится? Да, наверное, в принципе, и ничего. Но зато, по крайней мере, я уже приодет. Нафиг надо срочно подкрепиться маленько.
Давай, подкрепляйся. И попить. Хотя у нас с жаждой еще пока нормально все. Да что там опять-то? Ну, это зомбарь, я уж думал. Опять сопряжуи прибежали. Жалко, что он ботинок мне, конечно, не оставил. Или, может быть, нет у него здесь ботиночек. Ну что же, пойдем, ребята, в бункер, что ли? Пистолет у меня есть. Нахуй. Да ладно тебе, еще кислотика здесь не хватало. Отойди, не буду я с тобой тут, как говорится, драться. Или же, блин, не стоит туда все-таки ломиться, а? Сколько мне до бункера идти? По энергии. Закроется через 23 часа? Не надо закрываться. Ёлки-палки, ребята, я не знаю даже, что делать. Что у меня с едой? Есть три консервы. Это еще есть тесак. Ну, тесак нафиг, возьмем пистолет мы с вами. Ух. Ладно, была не была, побежали в бункер. Ой-ой-ой-ой-ой. Бункер. И опять же, ну, ребят, у меня не хватило бы энергии сбегать домой, выложить все это и вернуться. Поэтому я побежал сразу сюда. Так, входим. Ну, сейчас им все, сейчас кранты всем будет. Я надеюсь, пароль не надо вводить повторно. Так, пистолет у меня есть. С ХП, что у меня с ХП? Очень плохо. Мясо это... Черт бы его побрал. Ладно, ешь. На худой конец еще, как говорится, последняя надежда это... На консерву. Ух. Поехали. Это орда-то, интересно, там или уже здесь будет бродить? Снаружи. Ёлки-палки, блин. Шугаря дает мне только. А вот и мой человечек лежит, родной. Блин, столько у тебя всего хорошего. Оу, кстати, вот и еда, ребята. Я переживал, что еды у нас нету. И вода, и еда. Все, что хочешь. Так, консервы, блин. Да ну нафиг этот молоток. Так, с водички у нас тоже засада будет. Еще неизвестно, что мы там найдем. Вот в чем проблема. Ладно, пойдемте потихоньку. Да. Именно вот так и будет с каждым. Ух, что у нас тут? Толстяк здесь еще будет. Точно будет, блин. Фак. И он, наверное, идет сюда, да? Да, он контролирует, патрулирует, блин. Да, у меня так скоро ствол закончится. Сюда, наверное, надо идти с пол. О-о-о-о-о. Жесть какая-то. Там еще жирный. Только какой-то он больно мощный. Так, тут токсичный толстяк. Эх, даже... Я даже не знаю, что делать, ребят. Вот честно вам скажу, не знаю. В первый раз я здесь нахожусь. Давайте вот так вот, наверное, сделаем. И чего тут ожидать, ума не приложу. С этим-то я справлюсь, сосунки. Ну, бей ты этого бегуна. Хотя мне такое ощущение, что они здесь намного круче, чем обычные. Так, что тут такое? Ничего нельзя взять. Абсолютно ничего взять нельзя. Если там у нас сейчас будет толстый, он меня покромсает. Возьмем ствол тогда на всякий случай. Да ладно вам, блин. Ты будешь стрелять?
Вот я раздухарился. Практически все. Ствол мой. Тю-тю. На последнем издыхании, ребят. Опа, тут какой-то, я вижу шкафчик. Ну-ка, давай-ка вскроем его. Блин, если там какие-нибудь ништяки, то мне их положить некуда. Ух ты, это что такое? Алюминиевая проволока. Можно переплавить в алюминиевые слитки. В наше время можно найти в военных бункерах. Подшипники, я не помню, нужны, не нужны. Эй. Ладно, давайте сделаем так. Вот так. Подшипники тоже не помню, нужны, не нужны. И батарейка здесь еще. Еще и лампочка. Может быть, конечно, я делаю глупость, ребята, но вот так вот я сделал. И если я не ошибаюсь, тут еще где-то жирные, да, всякие твареныши стоят. Так, два зомбаря, да? Ну, это ерунда. Ну, ерунда не ерунда, а ножичек-то у меня, топорик, заканчивается потихоньку. И мы встречаем еще один ящик. Смотрите, сколько тут этих жирных, а. Опачки. Да чтоб тебя. Ой, да они меня просто вставляют. Я не знаю, перед таким выбором. Так, давай-ка вот это вот выпьем, чтобы зря добро не пропадало у нас, да. И в карман. Тут одна аптечка и два бинта. Слушайте, они по идее должны быть лучше, чем еда. Сколько они там восстанавливают, я же не помню. Но аптечка восстанавливает полностью. Вот так вот сделать. Надеюсь, это не будет грубейшей ошибкой. И как-то нам надо дальше продвигаться. Не забегут? Вроде нет. Слушайте, а что здесь такое? Тут что-то... Я же вижу, что тут что-то есть. Так, это кто такой? Ага, это бегун и обычный зомби. Новый уровень, ребята, 34 уровень я получаю, а это означает что? Что я могу себе изучить что-то превосходное, новинки. Это что такое у нас? Стол оружейника. Стол оружейника. А это самопал простой конструкции, но смертоносный в умелых руках. А вот это что такое? Я такого не видел. А, алюминиевый слиток. Да где же я это все возьму-то? Ё-моё, а? Ну вот это вот шипастый молот я еще могу изучить. Так, а это что такое? Содержит все необходимые инструменты для получения спирта из ягод. И аптечку. Что такое спирт? Вот засада. Черт бы вас побрал, а. Мне нужно здесь и вот это вот. И вот это. Вот это, правда, тяжело, наверное, будет сделать. Я не знаю, где я вот это вот достану, например, оружейные детали. Ладно. Была, не была, как говорится. Стол медика. Две, блин. Аптечка сколько? Одна. В принципе, все отлично. Хотя самопал. А, черт. А ведь, наверное, на столе оружейника делаются вот эти вот штуки. Так, ладно, делаем вот так вот. Пугач этот. И стол медика. Шиш с ним. Пускай будет так, ребята. Так, интересно, если я здесь выйду, они за мной ломанутся, нет? Как вы думаете? Яростный гигант. 500! 500 у этого чувачка хп, да ну нафиг, я его не потяну. Как бы я там не пыхтел. Интересно, в эти двери я смогу успеть добежать? Что у меня там с пистолетом? Он вообще на ладан дышит. Закончится и меня тут расколбасят, наверное, да? Да ладно вам издеваться-то так жестко надо мной, а? Два жирных. Там яростный гигант. Это, по-моему, ребят, не для моего еще уровня. По крайней мере, не с моим, так скажем, вооружением сюда бежать. Но, тем не менее, я что-то для себя здесь получил.
Получится втихаря так пройти? Чёрта с два, блин! Нафиг, 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 сматываемся давай отсюда. Я же забыл, как сюда пришел-то. Так, 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 так. А здесь он ходить не может. Бежать точнее. А эти бегут-то, будь здоров, бегут. Давай, сматывайся. Фу, ё-моё, успел, успел. Или не успел? Да не, должен был успеть. Да, ребята, вот это, блин, обнова. Вот это жесть. Хе-хе-хе. Так, ну что, давайте тогда мы сбегаем с вами до хаты, выложим там все, посмотрим, что нам нужно для, так сказать, дальнейшего. А что это такое здесь? 9 минут, 44 энергии. Ага. Так у меня прямо хватило сбегать туда. Да мне, наверное, сюда не хватит. Да, ребята, придется идти 28 минут. Ладно, пойдем до дома, будем все выкладывать. Ну что же, на этом я тогда буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся уже в следующей серии. А на этом все, всем пока и до скорого.